отвечаем. И спускаем разные хлопушки, в которых тоже хранятся ленточки, только маленькие. Мы их запускаем, они прям, ну как они вот так, пшу, и опять вниз. Ну они как-нибудь сотворились. Ну, а Новый год мы будем встречать только сейчас, потому что у нас будут остальные Новые года, потому что мы с ними никогда не устаем, потому что мы с ними никогда не устаемся, потому что мы с ними остаемся навсегда. И нам кажется, что они сразу похожи друг на дружку. И мы встречаем Новый год с танцами и песнями, стихотворениями, которые мы сочиним для Деда Мороза. Прям на наш новогодний юбилей. Ура! Молодец!